Дорогие друзья, поздравляю вас с 1 сентября, началом нового учебного года. Этот день всегда встречают с волнением и радостью все студенты и преподаватели. Но, конечно, особенные чувства он вызывает у первокурсников. Позади переживания и тревоги, связанные со сдачей ЕГЭ и вступительными испытаниями. Впереди и новые заботы, и, конечно, ни с чем не сравнимая энергетика и ритм студенческой жизни. Я благодарен вам за то, что из всего разнообразия жизненных путей вы выбрали для себя спорт. Наша сфера является одной из особенно важных для благополучного и стабильного развития всего нашего общества. Страна нуждается в молодых и энергичных специалистах, обладающих современными знаниями и умениями, которые могут развивать как массовый спорт, так и спорт высших достижений, приумножать достижения и славу России на мировой спортивной арене. Желаю всем преподавателям, сотрудникам, студентам и аспирантам успешного учебного года. Будьте здоровы, покоряйте новые научные и творческие вершины. Занимайтесь спортом. С праздником!